любви. Отлично, отлично. Два аниматора. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима Стаканчик, NoTrady, пацанчики, поздравайтесь. Привет, всем хай. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем рубрику «Аниматроники пугают охранника». Пацаны, вы готовы? Да. Я поставил на этой карте камеру, и теперь, когда я нажимаю на клавиатуре Т, я вижу, что пацаны делают. Поэтому, когда я буду нажимать кнопки, я буду нажимать на камеру и смотреть, как они классно погибают. Ну что, пацаны, давайте разминочка у нас для начала. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно, потому что я буду сегодня очень мощно мочить вас. Так. Идет? Не идет? Бонни стоит. Чика тоже. Не идут? Нет. Нет, Бонни пошел. Бонни пошел. Пошел Бонни. Кстати, я даже вижу ихнюю камеру, что у них там показывается. Очень прикольно. Так, пацаны немножко не суетятся. Так, играют спокойно себе. О, все, я догадался. Я догадался. Ура, ребята. Я понял теперь, наконец-то. Ну шо, пацанчики. Во-во-во-во-во, отлично, ребята, теперь я... Отлично, вот с этого момента пойдет жестко, очень жестко. Кто там застрял, можно килл прописать. Так, отлично. Что, да? Да. Отлично. Не застрял. Ой, даже мне скример прилетел, я аж обосротейшн. Так, что мы можем тут еще понажимать? Может, какие-то режимы есть? You can't мода. Давайте шо? Проверим, что сейчас будет происходить. Ну-ка. Я подозреваю, что... Отлично, отлично. Что? You can't. Что? Так, сейчас будет какой-то режим, который буду этот нажимать все, или они вас будут очень жестко мочить. Так, сейчас проверим, они сами будут приходить или надо нажимать. А давайте вот... Ого. А ну-ка, а вот так вот. Да, отлично, отлично. Так. Чика пришла. Так. Понь. Во-во-во-во-во, отлично, мне это нравится. Только не... Да их там хватает, вы не переживайте. Фредди, Чика. Что за дверь? А двери нельзя. Стоп гейм. Так, смотрите. Работает. Так. Так. Энергия у вас сколько? А у вас энергия не садится? Тогда будем, ребята, их давить до того, чтобы у них села энергия. Так что я вам не завидую, пацаны. Сейчас вам будет жестко. Только дверь вы открываете, я сразу нажимаю новую кнопку. Так. Ой. Умер, умер, умер. Так. Ну да, будем просто их давить, security, да и все. А что ж делать? А чему бы и нет? Ну да, я вам сделаю так, чтобы энергия села, и вы проиграли. Чтобы Golden Freddy не пришел. Точно, точно. Не помню, зачем я напомнил? А я не знаю, как им управлять. А во. Отлично. Ой. Убил дверями, да? Да, да, да. Сам себя же. Ушел. Вот тут вот можно открыть. О, есть! Есть, ребята, пусть у меня не сразу получилось, как я хотел, но они умирают теперь уже два раза подряд. Я живой, меня не убивает, потому что я нахожусь в специальной комнате. Чика во всем виновата. Зачем ты дверь открыл? Так. О, прикольно, прикольно. Кстати, не знаю, это откуда камера. Наверное, это пацаны, которые включают, я их вижу. Давайте посмотрим. Да. Да, 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 отлично. А ну-ка. Успели, да? Успели. Молодцы. Не догонишь. Блин, а как же этого можно вызывать? Golden Freddy.
Я не знаю, а если мы вот это нажмем? Так. А я же могу и так посмотреть этот экран. О, ничего. Фокси скоро побежит. Да вроде бы не. Вроде бы не побежит. Сейчас уже энергия начнет садиться. Пару секунд еще осталось. Лучше бы дверь, конечно, открывали. Красота-то какая. Мне нравится, ребята. Ставьте лайк, лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Веселимся, угораем, смеемся. И мочим пацанов. Да, сейчас энергия это еще сядет, и мы вас будем мочить, пацаны. Двери две закрыла. Ладно, что две двери закрыта. Мне главное это сюда контролировать и делать так, чтобы пацаны слились. И все, я уже 2 часа ночи, а я их очень сильно давлю. Ну прям очень сильно. А у нас только... У нас только одна эта упала, палочка. Зарядки и все. А она потом падает, это резко аж до нуля. И у вас остается там вообще минута и все. Все, можешь открывать. Зря, зря. Зря вы это, пацаны, затеяли. И вот смотри, так. Да. Смотри за вот этой твоей дверью, я за той. Либидерч. Вот так, да, значит, а Либидерч, хорошо. Да, палка осталась. Да? Стаканчик, мы умрем. А вы умрете, пацаны, не быстро. Две двери закрыты, настолько я классно вас щемлю. Мони стоит, какашка. Зима, две чики, что? Тебе завистно просто, что две чики. Там той чика и обычная, да, чика? Да, да, да. Я видел это, да, мы помню, когда записывали, Серега тоже такие подписи мне делал. Ребята, я вообще красавчик. Жестко, жестко. Там был, когда не было. Было, было. А где вторая чика? Так, суетятся, суетятся. Так, ну что, что вам еще сделать? Не надо никому не делать. О-ху-ху-ху, пацаны, я вам не завидую. Очень сильно не завидую. Почему? А вы сейчас поймете, почему. Бежит. Не, вроде бы не. На всякий случай закрой дверь. Нет, не бежит, не бежит. Вы можете спасать. Камеру уже включить, посмотреть в том зале главном. На сцене, стоит он или нет. Не но... Вот, да. Все. Вот, вот так вот, вот так. Так, теперь я вижу тоже все. Ай, Дима. Валит. Фокси сейчас побежит. Готовим просто. Отлично! Отлично! Отличнейше! Так, сейчас вас еще раз убьет, если вы дверь не закрыл. Отлично, дверь закрыл. Эту дверь закрыл. Так, две двери закрыты. Все, работаем дальше. Главное, чтобы сзади еще и не появился. Да появится, появится, не ссы. Надо. Так, я хочу, чтобы батарея села, и тогда я их убью. Тогда я буду считаться, что я выиграл. Дима, да. Сколько времени осталось? Ну немного. 4 часа уже утра. А, 2 часа. Тогда 2 часа вам осталось. Блин, я, наверное, пацаны, не смогу их убить так. Закрой дверь. Отлично, отлично. 2 метра. Я, знаете, как злой какой-то гений, который убивает людей. Злой ученый. Ну что, вы ничего не можете мне сделать. О, смотрите, у вас батарея села, пацаны. Нет, еще не села. Ну все, осталась апеликсичка вообще, вам жопа. 2 часа хватит, наверное. Не-не-не. Да. О, блин, уже 5 часа утра. Нет! Мы выиграем. Бонни, уходи быстрее. Так, тут вроде никого нету. А нет, есть. Ты че вообще? Ну там не было никого. Зима, сколько тут монстров у этих аниматронов. Я вам не дам выйти, вы должны проиграть еще 1 час. Может, все-таки их не хватит вам батареи? Хотелось бы. Блин, классно будет, если в притирку будет. Закончится батареи сразу, это ночь тоже. Офигеть, сколько их. Вот так, пацаны, а что вы хотели?
батарея закончится, аниматроник и не успеет нас убить. Так, даже Фокси прибежал, не? Да, убежал. Так, ну блин, батарея... Блин, сейчас будет 6 часов, скорее всего. Нет, вы не должны двери открывать. Вы должны проигрывать. Пошла. А, тут еще. Повезло. Повезло, повезло, пацаны. Опять аниматроники пришли. О, да нет, блин, я не успел. Ребята, аниматроники проиграли. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте с поддержкой по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, постримаем ролики еще.